В городе Покровске Хангаласского района бриллиантовую годовщину свадьбы отметили Прокопий и Зинаида Решетниковы. Они познакомились в далеком 1954 году в вечерней школе, где учились в одном классе. Через 3 года связали себя узами брака. В честь бриллиантовой даты их свадьбы Решетниковым вручили знак «Семейная доблесть», учрежденный управлением ЗАГС при правительстве республики, за достойную супружескую жизнь, а их имена были занесены в книгу почетных семей Хангаласского района. Особенно трогательным отмечают в этот день момент, когда прозвучали напутственные слова от семьи юбиляров новобрачным из поселка Максагаллох. Если семья дружна, уважает друг друга, и она добьется счастья. Это и есть счастье, когда ты скучаешь, ждешь, для него что-то делаешь, и он также и помогает, и все. Все в дружбе семейной, хорошей, в смысле слова хорошей дружбе.